В Сочи приехали 7 репертуарных театров из Иркутска, Ярославля, Республики Саха-Якутия, Новошахтинска и Москвы. Театры, которые хотят показать себя успешными и в творчестве, и в менеджменте, будет оценивать профессиональное жюри. Свою оценку дадут и зрители, даже самые юные. Спектакли будут проходить ежедневно в течение недели, а в субботу и воскресенье не только вечером, но и днем. Эти спектакли для сочинской детвары. Практически театры, которые присутствуют на театральном Олимпе сегодня, они уже прошли определенный барьер. Они соревновались, вступили в конкурсное взаимодействие со своими коллегами в регионе, и от региона избирался один театр. И вот театры, которые были избраны в результате этого конкурса, они приезжают к нам на фестиваль. Наши жители города, наряду с гостями города, сегодня профессионально определяют себя по разным жанрам культуры, активно участвуют во всех наших культурных праздниках. И, конечно, это дает и нам, властям города, желание все больше и больше работать над этими проектами. Потому что это во имя человека и ради человека. И мы этим гордимся. Спасибо вам большое и желаю театральному фестивалю удачи. Удачи в сезоне 2016 года в Сочи.